Б. Быть. Эпиграф. Бытие – это сила, а не субстанция. Событие бытия – это сила, поэтому событие затягивает, вопреки нашей воле. Тебе хочется быть, и мне хочется быть большой буквы Б. Ты же помнишь БББ, не так ли? Событие бытия перетряхивает твою повседневность, превращает твое воспоминание о силе в действительность. Ты не можешь просто прикрыть веки, вставить беруши и проехать свою остановку, делая вид, что ты просто прикорнул. Потому что через «Осторожно!» двери открываются, на тебя обрушивается ветер желания, его не видно и не слышно. Можно быть в домике, но этот ветер разнесет твой домик по щепкам, потому что ты построил его на песке. Надо было забаррикадировать все двери и окна, да и это бы не спасло тебя. Стремление быть, оно же желание и сила, протуберанцами закручивается во все окна и открывающиеся двери твоего вагона. Все внутреннее стало или было внешним. Теперь поток желания играет капсулой твоего вагона, почти что трамвай. Осторожно, двери закрываются. Б. Быть.